Демонтаж натяжного потолка. На потолке установлена вставочка. Сейчас будем производить демонтаж. Прошу прощения за качество. Снимаю на шлифмашинку. Клеммой поддеваем вставку. С помощью заточенной кильмы выводим потолок из зацепа. С одной стороны. И также с другой. В случае необходимости можно воспользоваться шилом или просто заточенной проволокой. Демонтировать потолок можно просто методом неоднократного загибания части гарпуна внутрь, а также с помощью крючка. В нашем случае сделаны из такой же проволоки. Потолок демонтируем. А причина демонтажа — вот этот вот момент, который создает дегерметизацию стыка, что приводит к задуванию потолка. Возможно, вот этих вот два отверстия сдувают воздух с фасадной стены. Из-за этого потолок начинает гулять. Сейчас безветренная погода не видно. Но в обычных ситуациях происходит именно из-за этого. Либо слабый слой утеплителя в деревянном перекрытии. Спасибо.